ОНФ – это общественное движение, лидером которого является наш президент Владимир Владимирович Путин. Основными задачами Общероссийского народного фронта являются общественный мониторинг и гражданский контроль исполнения майских указов и перечней президента посредством деятельности 5 постоянных действующих тематических рабочих групп, а также борьба с коррупцией в рамках реализации проекта ОНФ за честные закупки. Сегодня на конференции нам предстоит обсудить итоги работы регионального отделения в 2015 году и основные направления деятельности.